Как думаете, о чем мечтают трейдеры, попавшие в ловушку? Верно, они хотят прекратить боль от убытка и бегут из сделки, усиливая движение по тренду. Смотрите это видео, и вы научитесь предвидеть место, где крупный игрок ловит свою добычу и прибыльно входить в усиливающееся движение. Добрый день, с вами Адмиралс, меня зовут Лембиту. Чтобы выиграть, нужно уметь предугадывать следующий шаг противника, а для этого надо понимать его стандартные приемы. В первой части разберем три признака идеальной ловушки и поймете, как она устроена. Во второй части будут примеры, они организованы в виде теста, пройдя который научитесь избегать ловушек при входе. Тест организован от простого к сложному. После того, как пройдете тест, покажу технологию входа в сделку. Чтобы больше узнать о Price Action, подпишитесь на YouTube канал Admirals. Там вы найдете видео, которые раскроют малоизвестные секреты технического анализа и приведут вас к прибыльному трейдингу. Это видео сделано на основе онлайн-вебинара, но видео всегда запаздывает и не включает уникальных вопросов, которые возникают в прямом эфире. Кто хочет первым знакомиться с материалами и в реальном времени разбирать кейсы, присоединяйтесь к нам. Вебинар проходит раз в две недели по вечерам в четверг. Ссылка для регистрации в описании. Эту презентацию можно скачать из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже» без регистрации. Ссылка в описании. В группе много материалов по трейдингу в свободном доступе. Чтобы смотреть и скачивать материалы, вам не обязательно регистрироваться во ВКонтакте. Первый признак – обновление максимума подтверждает тренд вверх. Часто при формировании ловушки максимум обновляется незначительно и цена возвращается под пробитый уровень. Идет ниже и пробивает последний минимум. Сейчас мы только рассмотрим общие признаки, а чуть дальше объясню, что стоит за формированием паттерна. Последний признак – цена идет выше максимума 2, тем самым подтверждая продолжение тренда вверх. Посмотрим, как это выглядит на графике. Первый пример – ловушка на росте цены. Второй – на восходящем тренде. Оба графика отвечают трем признакам. Сформированы на тренде, цена пробивает уровень последнего отката, после чего тренд продолжается. Разберемся, что стоит за формированием ловушки. Пробой максимума подтверждает тренд вверх. Дополнительный признак – максимум обновляется незначительно. Формируется что-то похожее на двойную вершину. Когда цена не закрепляется выше максимума 1 и пробивает минимум 2, активируются стопы под минимумом 2, после чего там появляются лимитные заявки на продажу. Такое движение выдавливает из бумаги часть быков, закрывая их по стопам и вовлекая медведей, рисуя им разворот тренда. На эту приманку чаще всего попадаются трейдеры, мечтающие войти в начало разворота. Об этом у меня есть видео. Топ-5 ошибок при входе в разворот тренда. Ссылка будет в описании. Те, кто создают подобные ловушки, не думают о том, что отнимают стопы. Они просто решают свою задачу по набору позиций. Логика здесь простая. Большинство ставит свои стопы за максимумы или минимумы. Поэтому, если пробить минимум, можно найти продавцов, а максимум – покупателей. Сильные игроки будут отнимать деньги у слабых, рисуя им разворот. Понимание того, как это происходит, даст вам существенное преимущество перед другими трейдерами. Осознать проблему, наполовину ее решить. Пока не научитесь хорошо видеть эти признаки, вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео. Поэтому, пожалуйста, не забудьте поставить ему лайк. А сейчас переходим к примерам. Первый пример. Посмотрите и выберите, что делать – покупать, продавать или ждать. Для тех, кто хочет осложнить себе задачу, подумайте, где разместите стоп-лосс в сделке. О том, как ставить стопы, у меня есть видео. Так нельзя ставить стоп-лосс, ссылка на него будет в описании. Чтобы упражнение принесло пользу, проговаривайте, а лучше записывайте каждое свое решение. Приготовились? Начали! Если открыли продажу, увидев ловушку для быков и выставили стоп за уровень, очень хорошо. Те, кто заподозрил подвох, увидев ловушку и решил подождать, тоже неплохое решение. Второй пример. Посмотрите и скажите, в какую сделку здесь лучше войти. Цена двигалась в боковике, затем пробила нижнюю границу, подтвердив тренд вниз. Входить здесь действительно рано, но взять это движение можно.
Кому интересно, как здесь войти и почему поставил стоп в этом месте, смотрите видео до конца. После теста обо всем расскажу. Третий пример. Казалось бы, прекрасная возможность войти на откате в покупку на развороте тренда. Согласны со мной? Или лучше подумать и не брать бесплатный сыр? Такие ловушки возникают довольно часто. В них попадают те, кто отчаянно хочет войти в контртренд. Пример 4. Это непростой пример. Попробуйте его обдумать со всех сторон. Здесь можно было открыть покупку, только если увидели уровень и нашли место, где поставить стоп. Если поняли, что это ловушка и решили подождать, тоже неплохо. В данном случае сформировалось что-то похожее на флаг. Если флаг вызывает у вас сложности, напишите комментарий, указав почту, и я вышлю методичку с подробными инструкциями и примерами по паттерну. Пример 5. Могло показаться, что это хорошее место для продажи. Но в таких случаях нельзя игнорировать сильный импульс роста и то, что цена, пробив уровень, вернулась выше. Кто здесь открыл покупку и объяснил стоп, очень хорошо. Кто решил ждать, нормально, так как здесь нет классического входа в сделку. Пример 6. Как считаете, пробой наклонной линии тренда говорит о развороте тенденции? О том, как строить наклонные линии тренда и о чем они говорят, недавно снял ролик. Как правильно отмечать трендовые линии? Ссылка на него будет в описании. В этом примере надо открывать продажу, но чтобы это увидеть, нужно было отметить уровень как зону, а не как линию. Пример 7. В нашем случае правильнее открыть длинную сделку на возвратном движении. Как это сделать, расскажу в ближайшее время. Пример 8. С этим графиком сложности быть не должно. Кто разобрался с седьмым примером, того восьмой не должен был смутить. Логика входа здесь такая же, как и в прошлом тесте. Пример 9. Давайте угадаю. К девятому примеру вы уже гораздо реже попадаете в ловушку, верно? Если так, значит упражнение помогает избегать убытков. Пока вы тренируетесь, вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео. Поэтому, пожалуйста, поставьте ему лайк. Пример 10. Сразу после этого примера расскажу, как входить в сделку. Открыть продажу можно было прямо здесь, потому что есть уровень, за который поставим стоп. Но так можно далеко не всегда, а прямо сейчас расскажу, как использовать ловушку для прибыльной сделки. Когда цена на восходящем тренде пробила минимум 2, выставляем бай-стоп на покупку выше уровня. Если цена возвращается, то она активирует заявку и сделка в лонг открыта. Стоп ставим за уровень, агрессивно, или за минимум, консервативно. Принцип входа в шорт зеркален. После того, как цена на нисходящем тренде пробила максимум 2, ставим sell stop на продажу ниже уровня. Если цена возвращается, то она активирует заявку и сделка в шорт открыта. Стоп размещаем за уровнем, агрессивно, или за хаем, консервативно. Пока вы не научились самостоятельно быстро пользоваться этими схемами входа, вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео. Поэтому, пожалуйста, поставьте ему лайк. На канале Admirals, помимо моих роликов, есть уникальные живые уроки с легендарным трейдером доктором Элдером. Поэтому подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. Вы уже заждались итогов теста? Вот, прямо сейчас и проверим, прошли тест вы или нет. Подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала,
а доходность не гарантирована. Если набрали 4 балла или меньше, тест не прошли. От 5 до 8 – средний результат, лучше попробовать еще раз. 9 и выше баллов – отличный результат. Если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, сколько баллов набрали в тесте с первого раза, подписывайтесь на YouTube-канал Admirals и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!